К 8 марта что-то такое? Да, это именно к 8 марта. Я случайно. То есть, да, это, в общем, ну, был типа капустник. Понятно. Вот и, так сказать. А «Огню Барто» ты споешь? А, да, прямо сейчас. Значит, погодите. Страшные сказки. У меня где-то... Колыбельная там наша. Вот. Короче говоря, по это самое. По плану. По-испански. Есть, так сказать, старинная испанская пословица. El sueño de la razón produces monstruos. Что означает... Прям почти. Да, ну, само собой, что означает, что сон разума рождает чудовищ. Закрывайтесь глазки, не пора ли спать? Ночью снятся сказки, залезай в кровать. Ушко на подушку, к стенке на бочок, пусть кирчок. День прошел, промчался, сгинул в темноту. Шел бычок, качался, ой, я упаду. Зайка на скамейке под дождем промок, слезть не смог. Дождик долго плакал, смог сверчок в углу. Оторвали лапу мишки на полу. Хочется спросить мне, Огню Барто, ну за что? Повернусь-ка лучше, а на другой бочок и бочок. Выть ночная птица прокричит вдали, не дай бог приснится Сальвадор Дали. Кровь прям в жилах стынет, сдох на мне комар, о кошмар. Малевич, здравствуй, заходи скорей. Ты, надеюсь, краской краски не жалей. Чем Дали кошмары, лучше твой квадрат, как я рад. Мне милее Шишкин с мишками в лесу. Погодите, мишки, меда принесу. Наберу малины, захвачу конфет, дам совет. Опасайтесь, мишки, Огню Барто, есть за что. Мягкая подушка, яркая луна, у окна старушка с кружкой вина. Рядом с нею Пушкин тоже пьет вино, о кино. А по небу титры ярче, чем луна, в радужной палитре о вреде вина. Пушкин ставит кружку твердой рукой, пьет с тобой. Синий-синий иней лег на провода, в настроении синем плачет поп-звезда. А внутри мартини, а в руках бикини беда. Ой, не ешь его, Джигурда.